Мы с вами находимся около входа в государственный концертный зал «Башкортостан». Прямо сейчас здесь начинается церемония открытия международного фестиваля «Студенческая весна» стран БРИКС и ШОС. Открывает форум красочный концерт. В зале более 700 зрителей из 17 стран мира. На сцене творческие коллективы из Башкортостана и участники международного фестиваля. Я уверен, что этот финал вот студенческой весны, он будет новой площадкой, новым мотивом, чтобы не только у нас она развивалась, но и в странах БРИКС. И я думаю, что наши коллеги, загоревшись вот от этого огня, понесут его дальше. Уфа не случайно выбрана местом проведения фестиваля. В прошлом году в столице Башкортостана в эти же дни проходил саммит глав государств стран БРИКС и ШОС. Именно тогда было принято решение разместить здесь площадку международного молодежного фестиваля. Очень здорово то, что в период проведения студенческой весны БРИКС ШОС параллельно в Ташкенте проходит и саммит глав государств ШОС. Я думаю, что есть уже первые результаты. Мы тоже эти результаты обсудим и посмотрим, как молодежь сможет принять участие в реализации тех решений, которые были приняты на саммите глав государств. Фестиваль включает 5 направлений. Музыкальный проект «Универвидение стран ШОС», форум молодых журналистов «Медиа Весна», арт-холл, международный конкурс грации артистического мастерства «Королева Весна» и второй молодежный форум стран БРИКС и ШОС. БРИКС и ШОС – это очень, получается, большой пример. Именно показывает объединение в стране. Мы не участвуем в БРИКС и ШОС, то есть наша страна, но мы здесь. Это показывает то, что важно, чтобы мы показывали, что мы объединены. То есть Россия объединяет именно всех. На протяжении ближайших дней участникам предстоит сделать немало, но главное – каждый почувствует сопричастность к общему делу, возвышение культуры и созданию общего будущего. Сергей Косинчук, Александр Беляков, образовательный телеканал «Просвещение», Уфа.